Доброго всем утречка. Сегодня у меня стоит такая задача покрасить волосы. Корни в первую очередь, ну и по длине распределить, чтобы немножко обновился цвет. Мне хочется придерживаться натурального цвета, потому что когда отрастают корни, это гораздо проще. Но посмотрим, как получится. Посмотрим, что будет. Все, краску нанесла, подождала. Пойду смывать. Пожелайте мне удачи. Пока что на мокрых волосах цвет отливает рыжим. Сейчас я приведу себя в порядок, посушу волосы. Посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что цвет меня постарает. Ну, по крайней мере, выровнялся. Более-менее. Ну что же, мне определенно нравится результат. Корни все закрашены. Не знаю, насколько хорошо это видно. Этот цвет максимально приближен к моему натуральному цвету. Я думаю, что мне будет надо будет закупиться этой краской на следующий раз тоже. И... ну, очень, он вот еще на телефоне не так передается, на самом деле он гораздо ровнее смотрится. Здесь видно, как будто бы такие белые переходы. На самом деле гораздо ровнее смотрится этот цвет, гораздо приятней. В общем, да, мне довольна, мне нравится. Пусть будет лучше так, пусть будет лучше к натуральному, чем седые корни, какие-то белые концы непонятные. В общем, пишите, нравится вам или нет. Хотя мне нравится светлый образ, но очень тяжело поддерживать без парикмахера, своего любимого профессионального. Поддерживать блонд очень тяжело, поэтому я буду лучше в натуральном цвете ходить. День продолжается. Мы с Максиком съездили с пандой в парк погулять. Почему-то видео не снимали, забыли опять. Сейчас мы приехали. О, привет! Привет! Мы едем за детьми, скоро за детьми. Да, мы приехали за детьми. Здесь такая очередь за детьми. Здесь вот мы даже на дороге стоим, на проезжей части. Вообще, на самом деле, вон там начинается школа. Заезжаешь там по кругу, долго едешь, объезжаешь все это. И забираешь детей. Такие таблички вот есть с номерами, с фамилиями, их вызывают. И все. Мама забрала из школы. Все, иди снято. Я не записывала. А ты издеваешься? Все, давай записывай. Я забрала детей из школы. Да. А теперь мы едем... Понедельник, выходной, да? А потом мы едем в Биг Эйр. Я еду в Биг Эйр. Понятно? Понятно. Почта приехала? Почта. Почта приехала. Макс поехал почту забирать. Короче, пришла посылка с eBay. С eBay пришла посылка. Я открываю, что вы думаете, там лежит? Я такая довольна, потому что там ручка от машины. У нас, короче, на двух дверях с наружной стороны. Не было ручки, когда мы эту машину купили. И вот на эту дверь, на водительскую, Паша поставил в прошлом году ручку. Где-то мы полгода ездим с ручкой на водительской двери. А на второй двери, вот на этой, снаружи нет ручки. Приходится снутри открывать, если кто-то хочет сесть в машину. И так круто, Паша, спасибо тебе большое, ты заказал ручку. Поставим ее на машину. Твоя жена счастливый человек.